дорогие друзья, этого очаровательного песика знают все, кто живет на Исане, на углу улицы Черноморской, на самой Черноморской, кто выходит на проспект Кетеван-Санугули. Она, эта собачка у нас базируется у офиса Почты Грузии, который находится в 86-м, кажется, номере. Вот такой у нас надежный охранник у почтового отделения и почтальон. Привет, собачка. Всегда он здесь сидит очень четко. Вот что-то ему бросили, видно. Да, кусочек хлеба. Он его охраняет, видно, оставил на ужин. Потому что я тоже ему приносил раньше еду. Сейчас не думал, что он будет здесь. Вот, на почте нужно будет взять посылочку. Скоро уже будет моя очередь. Ну, а здесь вот такая вот картина. Как я уже рассказывал в предыдущем видео, много машин, транспортные заторы, кошмар.